В областном дворце детского творчества педагоги обсуждали новый сезон в сфере дополнительного образования. Участники встречи констатируют удвоение кружков и секций из-за большого наплыва детей. У школьников высокий интерес к конструированию, изучению истории, к музыке и танцам. Создано 22 тысячи новых мест для детей в разных образовательных организациях. В этом году мы создаем еще 6500 мест. Тем самом во всех школах, а в этом году еще и в половине колледжей, создается доп. Образование для детей. В Ульяновском техникуме питания и торговли школьников обучают краеведению и профессии экскурсовода. Рассказывают, как работать с графическим дизайном, и еще открыли специальные курсы для будущих блогеров. Мы с коллективом, когда стартовал вот этот вот проект, мы обсуждали все направления, которые могли бы реализованы быть в нашем учебном заведении. И первое, о чем стал вопрос, что сейчас модно, что сейчас в тенденции. И так как мы очень близко находимся с нашими студентами, с нашими ребятами, мы с ними посоветовались. Для них это очень актуально, блогерство. Дополнительным образованием в Ульяновской области занимается более 80% детей и подростков. Правительство региона учитывает этот факт и готовы помочь при составлении бюджета. К примеру, только за год траты на доп. Образование составили 50 миллионов рублей, и сумма будет только расти.